А что вы тупите? Надо на ту сторону перейти. Все уже, можно приехать. На десятку? Они на десятку сядут, на автобус. Так нет, до Китай города вон туда. Я понимаю, я сам был в Перми. Патрульно-постовая, да? Сейчас будет на вас позволить. Нет, мы не здесь прибегать не будем. Сразу. Ну, в нашем районе можно не прибегать. Я побольше прибегаю. На завтра. Так мне еще к вам, наверное, завтра не прибегать. Давай, если завтра, то будет завтра. Не боюсь. Ну, это цифра. Сегодня. Пойдем, Колючий. Колючий. А? ТВ Маэстро, канал Ютуб. Что ты, Колючий, не как, как антилопа перед Нилом? Чего вы так растеряетесь? Быстро, нахуй. Что у тебя с ногой? Да, блядь, не могу. О, видишь, идёт. Подохла ебучая, блядь. Давай, иди сюда, нахуй. Подохла ебаная, блядь. Горы, я не могу ходить, нахуй. Я меньше бояться, понимаешь, они? Да не похуй, блядь. Да тебе это похуй. Ты воровской, я бандюга. Вот поэтому они меня боятся быстрее. А вот. Потому что я кого-нибудь ебу и мало не покажусь. Че, долбоёб, а? Да ты сам долбоёб. Знаешь, а я не люблю никого-то. Слышь, Роза, понял? Сам Роза. Роза, да? Не, да, блин. А у меня что, блядь, ноги не болят? Я говорю, у меня нога болят, колено. Я эти что, блядь, Рахфель, что ли, нахмет, нахмай? Что ты, блядь? Не умеешь бегать, то от дома с женой обзаведись. А, ты что? И сидит дома у коня. Вот, слышь? С женой обзаведись. Следующий раз... В следующий раз побежишь с ним, а не со мной. А я и так бегаю. Я больше с тобой. У меня ноги. Слышь, тоже я с тобой даже бегать не буду. А ты попробуй со мной проведись. Кандидатом мастера. Если бы я не был кандидатом мастера, я был бы бандитом, блядь. Бандит, блядь. Ах ты, блядь!
Я еще, блин, не раскрыл свой глаз. Потому что я не буду обозначать что-то или как. Вот поэтому теперь, я и живу. Вот теперь я буду обозначать, что к чему и почему. Понятно? Понятно. Ну, если тебе лень, блядь, это есть лень. Лень? И лень. Понятно. Если тебе сейчас 50 тысяч дать, ты побежишь? Нет. А скажу, что за тобой спас? Че? Говнюк. Чего я не понял? Ты тогда говнюк. Нет, а я побегу. Что говно? Ты побежишь, да? Чего? Вот 50 тысяч ты сорвал, блядь, ты не побежишь, да? Нет. А, будешь идти так медленно. Чего? Чего? Ну хуй стал, блядь! Я не понял, что ты говоришь? Ты говори по-русски. Ты нихуя. Ну-ка тебе мешок, блядь. И пожар, и полиция приезжала. Вот где дым над базой, прям над вашей. Это Горыныч! Горыныч приехал, блин, с колючей посмотреть, что на районе. Вот оно, все, что вам надо. Мы уехали. Как вам, нравится после нас? Скучно, скучно, без колючего. Место словые, тупорылые, под черножопыми. Нормально, да? Русских не осталось. От кого вы избавились, господа офицеры? От русских? Нормально. Избавляйтесь дальше. Как хотите, вы меня, конечно, понимаете, но мы русские, и чужакам на вашей планете, точнее, на нашей земле, нехуй делать. Спасибо. Благослови нас всех, Господь. Доброе утро. Доброе утро, страна, ребята, ассаламу алейкум. Блогеров, сегодня день блогера, блогеров с праздником. Да, кстати, ребята, сегодня к нам что, гости приедут? Может быть. Или нас все позабыли. Они тебя не приедут, я кстати. Или мы позабыты, позаброшены. Кстати, с праздником вас. Должны кто-то приехать. Неужели, блядь, нас уже все позабыли, позабросили? Когда мы сами эти пиздюли наваляем? Вызывай. Ребята. Сейчас сама эти пиздюли. Вызывай. Сидим вот на улице, да? 52 человека. Ворона сбоку каркает нахуй. Веселая ворона, нахуй. Я 20 человек клянусь, блядь, с сыном. Жрак. Жрак тоже, блядь. Жрак. Ворона каркает. Она тут весело. Какой он жрак? Он горобец. Максимум горобец. Ты что творишь? Каждый день встреваюсь. Ёперный театр опять. Полицмейстеры приехали. Вот что у меня, блядь. 200 рублей мне снимают. Утро началось, блядь. Как будто, ну, как будто колдуна нахуй послали. Ура, блядь, начинается. Успел сколько этот... Этот что? Как его? Да. К
кто стоит? Что стоит? Кошмар, машмар или как его? Адреналин или как его? А, да мне хватит, я уже... Банки есть? Да. Две банки уже всёк. А, кром отдавал. А, кром. Ай, как тепло, хорошо. Красота. Ребята похмелились, все заебись. Менты поспать не дали, суки. Но, сука, так хорошо прилег, блядь. Кондомы. Вот, бля, у нас водка есть. У нас водка есть. О, водка, нахуй. Там бутылка водки. Вот водка, и там водка. Нахуй за ней ходить. Еще водку возьми. Да, ну потом возьмем. Ты заебал. Куда пойдем? На полянку? Да, пошли на шестой сюда. Че ты там? Долго будешь срать, эй, чудо? Давай быстрее. Свалили бы от мусоров. Ой, какая природа на камере. Вот на камере лучше почему-то кажется. Там какое-то чудо природы, блядь, отдыхает, загорает. Загорает, чувак. Я думал, какой-то бомж, блядь. Посеред Москвы. Там велик у него, блядь. Веник? Велик стоит. А, велик. 55. Зато комаров не будет. Где ты был-то? В туалет сходил или где? Не, бля, в магазин, бля, бегал, мам. А чё, бля, за спиной-то? Что там за спиной, бля? Черта, бля, приволок какого-то. Да не достает. Нихера ты, гуттаперчивый, блядь. Сухая листья, нахуй. Видите, блядь. Обосрался, что ли? Как? Культурно. Как? Давай поговорим о чем-нибудь суперски слово. И что там написано? А там может пидер написано? Тебе похуй, да? Я не знаю, Саня дал нахуй, я думаю, там пидер не будет написано. Мало ли что. Потому что сегодня подставу сделаю. Вот, допустим, вот английский никогда... написано пидер. А, по-английски? Ты носишь это пидер. Держи. Я не буду держать пидоровский писак. Ай, чудо, ай, куда? Все равно останусь с картошкой. Выходила на берег Катюша. А что там дальше? На высокий берег, на крутой. Выходила. Песню заводила. На шаг положи. Про высокий берег, про крутой. О, продолжай.
Даша. Я приближу. Опа, Аля, киданул. Жирного киданул, смотри. Ба, все, завалил. Да ладно, мне кажется, он это... Да не, он ему просто под ногу и раз, нахуй, тики через ногу его киданул. Ну, он просто жилистый, а тоже жирный, блядь, и все. Все. Успокоились. Что, блядь, блядь, не обратно? Ксюха, что ты, икаешь? Кривая какая. Ты знаешь, что надо выпить 9 маленьких глотков воды? Нет. Или самогонки? Не поможет. Не поможет? Давай так, короче, пацанам пожелаем удачи, короче. Какая у нее тужурка. Саша, пацанам удачи пожелаем. Короче, пацаны, фарт удачи, полный профи. Летом снегопад ебашит по самой неболусье, в уши захуяривает по самой тапочке. Я не знаю, конечно, не в тапочках стою, но и не в валенках. Вот, зато пока самогонка не замерзает, все нормально. Барашка где-то немножко за углом жарится, все охуенно, актуально. Так хочу вам пожелать того, чтобы у вас снег не падал такой, как у нас здесь сейчас. Чтоб было у вас вообще пиздос в разнос, паровоз, охуенный класс, вообще по любасику, вообще. Главное, ложитесь на матрасик после пьянки, актуальной гулянки. Легли, хопа, и пошла Европа. Бумс-бумс-бумс, тарабанс-банс-банс, тарурум-пум-пум, тарарам. Охуительно. Контент. Девушка, не подскажете, сколько время? Ночь. Спасибо. Понравилась тебе эта тема или нет? Ну. А это ему, блядь, все знает. Делать было нехуя. Идет он на мадам. Ебать, я ей говорю, я вам всю жизнь отдам. Она говорит, я всю жизнь свою отсидела. Больше, чем вы, блядь. Ебать, какое тело. В белом, блядь, пальто. Я охуел. И тут меня, блядь, пронесло. Я думаю, где ж кусты найти? Куда же ее? Опа-на! Ебучее пальто, вот оно. Ой, бля. Я ждал тебя всю жизнь, нахуй. А вот оно плывет, оно. Мое прекрасное, блядь, тело. Оно все рыжее пальто. Ладно, все, я тормоза. Нет. Мы бы тоже его хотели увидеть. Да? Очень даже разумеется. Что там лучше? Посудой. Водой. Не греби посудой. Разобьешь. Это лед. Это хрусталь. Это лед. Это хрусталь. Нет, это пластик. Это хрусталь. Это от самого Путина. Ты не понимаешь этого. Опа, говорит, идет. Ты не понимаешь этого, вот этой штуковины. Подожди, погреми еще. Хорошая погремушка. Да, музыкальный инструмент. Да. Воткни его себе в задницу, этот инструмент. Да, конечно. Ладно, спереди. Ну, как хочешь. Конечно. Ну, спереди. Книжка, слышишь? Книжка? Чтоб почитать книжку? Я книжки не читаю. Слышишь? Нет, не пью. Я трезвенник, язвенник. Я нашел. Иди сюда. Все, я. Ой, гроб. Вот. Блокировка, все. Ксюха ревнует. Да, у меня такая же ебанутая. Ну, кому ревновать на этой ёбке? Ну иди сюда, Ксюх, заебала. Так иди. Нет, тот вызовуха. Ну, а он, что кто? Что кто? Где? Кто, что, где, что? Что, машину надо гнать? Кто где? Я дома. Я здесь. А ты где?
Куда? Ты где везде? Везде ты где? Кто говорил? Я ничего не говорил. А ты что говорил? Я говорил то, что я говорил, это мы как бы что где. Кто что говорил вообще? Куда что, куда отогнать? Ладно, Игорек, я прикалываюсь. Мне какое синее платье? Вечернее одевать или ночное? Ты знаешь, я сегодня без юбки, короче. Такой, ну, по-распиздяйски, короче. По-пацански, короче. Юбки сегодня не канают, короче. Полный рост не ходит, короче, такая ухудень. Поэтому тут как бы... Сейчас Собянин сказал, нахуй, в юбках не ходить, короче. Это хуйня, короче, какая-то полная, блядь. Хотя, блядь, я его вчера видел самого, блядь. Он тут проходил мимо, блядь. Все, нахуй. Дуплом вертел, блядь. Да не успел, блядь, мне пришлось ехать, блядь. Вот он гомосятина, блядь, в автобус прыгнул, нахуй, блядь. Жопа накрашена, нахуй, такая, блядь, пиздец. Знаешь, как губы красят, блядь. Вот такая же хуйтень, блядь. И, блядь, еще, блядь, фал в жопе торчит, нахуй. Я думаю, нихуя, блядь, сука, собака ебаная, блядь. Кедропидорша, блядь. И еще, сука, он мэр города, блядь. Какой он мэр, блядь? Он хуемер, блядь. Он заебал этот хуемер примерять, блядь, вот своим дуплом, блядь. Кедропидор, блядь. Конченый гомосек, блядь. Я не знаю, что у меня там есть. Какие яйца? Яйца со 100 рублями? Нихуя себе, что, яичницу залежать будет, да? Сейчас подожди, я тут. Прям тебе срочно вот сейчас нужно? Ну, не вопрос. Хорошо. Сейчас это самое. Усугубим мы самое мои дрожжи жидкости, и потом встретим эту собаку, и потом его отымеем. Все, не вопрос. Ебать, не прикурил. О, все. Отлавливаем собаку. Все, кино завершено.